когда я был в Крыму, когда Крым еще только собирался стать Россией, все пляжи в Крыму были либо платные, либо принадлежали отелям, там, санаториям, к которым нельзя было подойти к морю. Море видишь, а подойти не можешь. И только зная, где бесплатный пляж, обойдя несколько отелей и санаториев, можно было подойти к морю и на нормальном песчаном пляже искупаться. Да, мы демонтируем и переместим. Переместим эти ограждения. Да, совершенно верно. Вы все правильно поняли. Чем они мешают? Значит, сотрудники полиции, где чем вас? Они мешают? Прошу, город, прошу вас, пожалуйста. Значит, прошу вас тогда удалить этих людей, там сейчас будет проводиться демонтаж. Да, конечно, да, пройдемте ко мне в машину, я вам пишите заявление. Всех людей, пожалуйста. Пройди через это заявление. Как здесь выполнить требования сотрудника полиции? Я не могу отойти, потому что мне плохо. Вы отказываетесь сделать, да? Я отказываюсь, потому что я не в состоянии. Я не в состоянии. Вы не в состоянии, да? У меня кружится голова. Значит, Михаил Сергеевич, это состав, это не принадлежение сотрудников, законным требованиям сотрудников полиции. Полиция, пожалуйста, прошу вас удалить. На сегодняшний день уже в Крыму все пляжи бесплатные, без заборов, там вот этих калиток и прочей ерунды. А если тебе понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на канал, добавляйся в друзья ВКонтакте.